В Махачкале пресечена незаконная перепланировка балкона. Сигнал о нарушении поступил в социальных сетях в адрес мэра Махачкалы Салмана Дадаева. По словам заявителей, собственник квартиры на третьем этаже самовольно пристраивал к помещению практически еще одну комнату. На место выехали специалисты и поручили собственнику самостоятельно демонтировать установленную конструкцию. Если в течение 2 недель предписание не будет исполнено, материалы будут переданы в суд. Собственник признал свое правонарушение и заверил, что снесет балкон к установленному сроку.